Я тебя не вижу. Где ты? Где ты там? За коробкой? Да? Привет! Вы на канале Ксения Шоу. Сегодня у Ксюши вот такой вот замечательный набор Свинка Пеппа с детской площадкой. Тут есть домики, и горка, и лестницы. Классно? Давай будем открывать. Сколько тут деталей. Дядь, я открываю. Доставай. У нас есть вот такая мама в наборе. У нее ножки и ручки двигаются. Кто там еще у нас есть? Вся семья? Есть у нас еще папа. У него тоже все двигается. И головка поворачивается. Головка резиновая, мягкая. Вот и хвостик сзади нарисован. Пеппа в синем платье. Вот такая вот красотка. И давай Джорджа. И Джордж. Они со свинкой Пеппой сегодня поменялись одеждой. Да? Джордж в красном, а Пеппа, смотри, почему это Пеппа. Потому что вот она в юбочке, видишь? Это юбка. А вот шортики, наверное, у Джорджа. Давай скорее площадку. Ну, давай. Откроем. У нас тут горки. Смотри, Ксюша, у нас горка есть. Смотри, и для Пеппы, и для Джорджа. На две части. Замок. Красота. И тут еще куча-куча деталей. Ты, сколько тут всего. Так, давай будем смотреть на коробку. Эти пачки, пачки дайте. Дай пачки. Да. Ну что, вот у нас площадки. Площадки стоят на палочках. Палочки есть длинные и короткие, судя по картинке. Но у нас они вроде как все одинаковые. Сверху ставим палочки. Я буду. На. Ты ставь палочки. Ставь палочки вот на эти штуки. Здесь у нас замок. Вот крыша. И здесь у нас крыша. А вот эти красные, Ксюша, вот сюда надо ставить. Хорошо. Давай я пока уберу, чтобы не мешало. Эти? Да, Ксюша. А вот горка.
Мама свин, иди помоги Ксюше. Мама свинка, она не свин, это папа. Это мама папа свин. Свин. Что иди, папа свин? Помоги Ксюше. А, свинки Пеппи? Не, Ксюша Пеппа. Ксюша, Пеппа, ты же маленькая. Пеппа. Это кто так делает? Ксюша. Ксюша? Ну-ка, давай, Джордж и Пеппа. Поехали. Ой, давайте будем смотреть. Класс! Вот на такую вот детскую площадку пришли сегодня играть Джордж и Пеппа. Дети, вам нравится? Да! И мне очень нравится. Можно я с вами поиграю? Нет. Почему? Ты большой. Ты горку. Я большой, я сломаю горку? Да. Ну ладно тогда, не буду я тогда кататься. Ты не играйся. Хорошо, не буду тогда вы играть. Вы маленькие. А вы маленькие, да, вам можно так поиграть? Покататься с таких классных горок. Пока никто не видит. Я быстренько спущусь из горки. Ой, я застрял, я застрял. Боже, спасите меня кто-нибудь. Я застрял. И упал папа свин. Ты большой, ты не будешь играть. Мы маленькие. Ты большой, ты на голку, ты большой. Не маленький. Правильно, папа свин. Не надо было тебе кататься. У тебя слишком большой живот для этого. Да, мама свинка. Больше я не буду кататься. Хотя я быстренько, быстренько прокачусь с горки, которая поменьше. Пока никто не видит. Я тут спрятался. Спрятался, пока никто не видит. Сейчас Джордж и Пеппа спустятся, и я быстренько спущусь. Ой, папа свин, какой же ты ребенок. Я первый. Три. Я первый. Ой, я упал. Ой, помогите мне встать. Вставай, папа свин, вставай. Опа, смотри, еще чуть-чуть. Опа, класс. Классно Джордж съехал. Ну, давай еще раз. Опа. Свинка Пеппа съехала с горки. О, я приведен. Вот такая классная у нас горка. Да, Ксюш? Замок. Замок? Да, в виде замка. Мы ее разделили на две части, потому что на столе так неудобно с ней играть, когда она вся собранная. Мамочка. Пеппа. Мамочка, папочка! Что? Ой, как ты съехал! Ну что, тебе понравилось? Да. Теперь твоим свинкам будет весело? Да. Говори, ставь лайк. И подписывайся на канал. Еще. Пока-пока. 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 Пока-пока, ребята.